Под объявление по громкоговорителю на станцию метро «Российская» въезжает обновленный электропоезд. Два вагона состава капитально отремонтированы в этом году, два в прошлом. В предрейсовом осмотре приняли участие представители руководства профильного городского департамента, подведомственного муниципального предприятия и работники электродепо «Кировская». Отметим, что перед регулярными рейсами вагоны успешно прошли процедуры пусконаладки и ночной обкатки, выполненные сервисной группой ремонтного завода совместно со специалистами самарского метрополитена. В ходе капремонта вагоны преобразили как снаружи, так и внутри. Взамен старых – новые узлы и агрегаты. Эффективная система вентиляции, яркое освещение, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения, система пожаротушения, удобные сидения и места для маломобильных граждан. Все в соответствии с требованиями комфорта и безопасности. В числе преимуществ нового поезда специалисты указывают также на плавный разгон и торможение. Отмечают и единую стилистическую концепцию. На кузове нанесена волжская символика. Все капитально отремонтированные вагоны оформлены в сине-голубых тонах. Если сравнить интерьер те вагоны, которые мы получаем после капитального ремонта, и те вагоны, которые были до капитального ремонта, разница, наверное, как небо и земля. Да? И пассажирам пользуются таким электроподвижным составом, услугу метрополитена намного приятнее. Жители подобные изменения замечают, особенно те, кто пользуется подземкой каждый день. Вижу, что обновляются, да. Видели, один раз ездил, смотрю, для мобильных граждан есть место теперь, где, потому что люди, конечно, нуждаются. Видно, что оборудовано все по последним условиям техники. Метрополитен каждый год планомерно увеличивает количество перевозимых пассажиров. Это число приближается к допандемийным значениям. Исходя из мониторинга и анализа пассажиропотока, ожидается, что к концу года общее число поездок жителями города приблизится к 12 миллионам. Это выше, чем в прошлом году на 11%. Поэтому модернизация подвижного состава является актуальной задачей. У каждого вагона метро есть свой срок службы. И, соответственно, мы не имеем права по закону его превышать. Вот эти вагоны были капитально отремонтированы, соответственно, у нас есть право продлить срок службы еще на 15 лет. Напомним, что 16 ноября на рельсы самарской подземки после капремонта встал еще один четырехвагонный поезд. Капремонт производился благодаря реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы. С учетом итогов ремонтно-восстановительных работ, которые ведутся в заводских условиях с 2019 года, обновлено уже 32 вагона техпарка самарского метрополитена. Работа по приведению подвижного состава в порядок будет продолжаться. После появится возможность скорректировать интервал движения электропоездов подземки, при необходимости сократить его до 7-8 минут. Напомним, что метро также станет важной частью транспортного хаба «Пятилетка», который улучшит организацию транспортного сообщения. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.